все надоедает. Море надоедает. Бассейны надоедают. Шведский стол надоедает. Рестораны надоедают. Все реально надоедает. Поэтому классно, когда не все сразу, по чуть-чуть, с кайфом. Это как икру, не знаю, есть каждый день или есть ее раз в год, но с особой любовью. Так что всем новых целей, всем хотелок, всем отпуска такого, что прямо до отвращения и до извращения надоело. Хочется реально работать, развиваться. Ну, короче, чувствую, что деградируешь. Так что мини-инсайт, даже отпуск, даже отдых может надоесть. Вот так. Всем до встречи в будние дни. Стартуем новую реальность. Ставим более амбициозные и дерзкие цели. И двигаемся вперед. К тому, что хочется и что не надоело. За вас.